Прошло первое в этом году заседание Совета депутатов. Народные избранники на повестке дня ознакомились с изменениями бюджета городского округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. А также утвердили изменения в сфере благоустройства городского округа. Подробнее в сюжете. Доходы бюджета городского округа в 2024 году увеличатся на 735 миллионов рублей. Добавляются средства на строительство и реконструкцию сетей тепла и водоснабжения, модернизацию гимназии номер 18, приобретение спортивного оборудования для школы Олимпийского резерва и на благоустройство парка Дружбы. Внесение изменения в решение Совета депутатов городского округа Люберца о бюджете на 24-й плановый период 25-26 года условно следующими причинами. Это изменение в закон Московской области о бюджете Московской области на 24-й год и плановый период 25-26 год и изменение государственных программ Московской области. Также на утверждение внесены изменения в сфере благоустройства. Проголосовали за введение регулирования порядка установки шлагбаумов, бетонных блоков и других конструкций. Размещение таких объектов теперь будет контролировать специально созданная в администрации комиссия. Все ограждающие устройства, которые попадают к нам на согласование, мы будем рассматривать в рамках как раз-таки утвержденных схем границ прилегающих территорий и схем уборки прилегающих территорий с выносом на созданную комиссию в администрации городского округа Люберцы с принятием коллегиального решения. На заседании присутствовали 27 депутатов. Всего на повестке дня было 8 вопросов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.